не трат вас видеть. Лайки, подписочки, колокольчики. Нажимаем, нажимаем, прожимаем. Так, сегодня у нас 6 сентября. Давайте смотреть, как мы можем на этом празднике жизни поднять денег, поднять кэша. Заработать, в общем. Если взять 200-дневные циклы, мы входим в самые сильные два цикла, 200-дневные, да? Входим мы с шортовыми позициями, потому что мы же джентльмены, а не какие-то нубики лонговые. Ну ладно, шутки в сторону, давайте серьезно. В общем, вчера я весь вечер потратил на то, чтобы отыскать похожую форму. Вот, знаете, когда рынок идет, всегда есть, ну, какие-то идентичные формы, которые я уже с 2016-17 года видел, да, запоминал. Ну, то есть, вот, например, тут, ну, явный зажим, здесь вот разгон идет внутри канала, где симуляция выпадения и потом на два диапазона выход. Ну, короче, везде, вот здесь вот, то есть, зажим был, здесь можно, ну, к двойной вершине привязать тоже вот такой вот момент. Но где вот такой вот паттерн, который развивается здесь, я, честно говоря, не припомню. Да, там могут сказать, ну, ё-моё, это же чисто этот бычий флаг. Бычий флаг вот такой, да, типа, выход будет однозначно выше. Но знаете, что-то я поискал бычьи флаги, они выглядят немножечко по-другому. Там, во-первых, ну, там обычно раз, два, три, четыре и выход. Здесь же, смотрите, мы идем внутри этого канала очень долго. Я пытался и на битке поискать такие формы. Ну, единственное, что более-менее было похоже, это вот на битке вот здесь вот, да? И опять же, ну, совпадение не очень хорошее. То есть, если был бы, например, здесь какой-то сквиз вот так вот, да, можно было бы обозначить. Вот так мы идем, идем, идем с понижением и в конце концов делаем ложный пробой. Ну, как ложный. Полноценный пробой на величину диапазона, который здесь был. Но суть в том, что я не нашел примерно такой же формы. Если кто-то есть, скиньте мне, пожалуйста, в личку, я все обыскался. Ну, все обыскался, я не могу найти. Я еще даже гуглил по англоязычным каким-то источникам. Там этот диапазон называют паттерн граммофон. То есть, когда мы снизу приходим в этот граммофон, ой, то есть не граммофон, а мегафон, да, тут развивается такой паттерн, и чаще всего там от лоя, ну, вот так вот он отрабатывает. Но обычно, опять же, этот паттерн мегафон, он рисуется вот так вот, да. То есть, когда он рисуется вот так вот, когда идут понижающиеся хаи, я не нашел этой инфы, я честно сидел вчера с переводчиком целый вечер и просто не мог понять, что это за форма, внутри которой мы находимся. Поэтому тут не зажим, ну, как-то непонятно, на что опереться, и перевернутый график. Ну, вот перевернутый график похож просто на форму аккумуляции. Опять же, вот, взять 21 год, да, когда мы пришли, 30-ку пробили, ну, и вот такую вот форму рисовали, внутри которой было сопротивление, да. Здесь был лой, да, то есть перелой ложный. И здесь около этого лоя мы потанцевали и вышли. Но здесь ситуация совершенно идентичная. Мы здесь, ну, нету каких-то явных кульминаций вот этого всего движения. Поэтому это такое очень... Я осторожно к этому диапазону отношусь. То есть на все деньги, например, я не шорчу, но и не лонгую. Есть, кстати, в принципе, у меня одна идея запустить публичный скам-портфель гэмблера, но надо посмотреть, сколько в среднем депозит у людей. Сейчас, кстати, голосовалку в Телеграме устрою, какой средний депозит у моего подписчика, и посмотрим. Может, я найду в своем кошелечке сумму, которую можно ликвиднуть на говноальтах третьего и пятого эшелона. Это что касается среднесрока. Если посмотреть прям какие-то большие формы, там, недельку, да, давайте почище график, сейчас я подрублю где-нибудь, где у меня нету рисунков. И опять же, вот, мы тусуемся, как бы прорвали вот эту вот линию 51 тысячу, я думаю, что, но с другой стороны, мы здесь, конечно, вот тут вот плотные зоны. Да, я думаю, что пойдем сюда, твердо и четко. Ну, просто, чтобы не ходить вокруг да около, а может быть так, а может быть так. Я думаю, что вот здесь вот мы
даже формально перелой вот этот сделаем по 38 тысяч, есть шанс, что мы здесь остановимся. Но я просто других вариантов не вижу. Опять же, здесь зона поплотнее, велика вероятность то, что отсюда мы уже сделаем отскок, ну, куда-то выше. Даже, может быть, на перехай. Надо, короче, будет смотреть, если мы тут зависим на, ну, до конца октября. До конца октября. То есть придем в эту зону и будем заниматься тягомотиной. Типа вот как вот здесь вот с суженной волатильностью. Сейчас покажу. Вот так вот. Тогда единственное, что стоит ожидать, это вот такой вот вынос. То есть вот есть вероятность такого сценария. Даже вот волатильность должна быть вот такая вот суженная в этом плане. Причем я думаю, что мы сделаем этот перелой на 38800. Еще почему я так думаю? Потому что обычно, когда... Ну, я не люблю это слово, маркетмейкер, большой игрок, накопил сил в диапазоне, он пускает лимитку, чтобы посмотреть, до какого уровня мы можем пролететь. Особенно эта штука работает на хаях. Ну, вот здесь вот, например, мы начали просто, ну, флэт, ни с того ни с сего начали продажи. После того, как маркетмейкер проверяет уровень, мы до этого уровня еще раз как минимум спускаемся, чаще всего делаем перелой. Или, например, эта штука очень хорошо сработала вот здесь. То есть лупанули по рынку, посмотрели уровень, вернулись опять к этому уровню, даже сделали перелой. И так несколько раз было, то есть сейчас покажу, как это делается в обратную сторону. Вот здесь, да, то есть на ликвидили, это, по-моему, новость пришла, блин, не про тезер ли, сейчас точно не помню. Ну, то же самое, то есть набрал позицию, здесь большой игрок, лупанул по рынку, это у нас был, какой? 21 год. Лупанул по рынку, и пошла штука, и в обратную сторону то же самое. То есть лупанули по рынку, и потом этот уровень сделали еще перелой к нему. Идентичная штука работала, по-моему, уже в 22-м году на хаях. Там тоже внутри долгого диапазона кинули вниз лимитку. Вот она, неприметный пин-бар. Крутой был. Обычно, кстати, обычно ставят сначала пин-бар, а потом за ним вот такая форма. А тут, вот первый раз я тоже тогда такого видел, в 21-м году, поставили лой и сделали пин-баром перелой. Ну, то есть на маленьком тайминге, там, там 15-минутки, часовики, это постоянно такая штука. Вот когда на 4 часах такую красоту сделали, я первый раз тогда увидел. Ну, то есть тоже, как бы, проверили уровень, ну и потом мы уже к нему вернулись и пробили полноценно. Сейчас на большом тайминге как бы выглядит все, как будто тоже проверяют уровень, и мы к этому уровню придем, и, возможно, сделаем перелой. И вот весь вопрос, как бы вот у этого блока этот перелой будет формальный, или мы все-таки здесь задержимся. То есть, если будет один бар закрытие ниже, один бар отскок, недельный я имею в виду, и дальше полились, это будет печально вообще. Следующая остановка 30 дней. Но есть шанс, что удержим. Тем более в достаточно сильном цикле мы сейчас находимся. Просто если там уж говорить о каких-то покупках, дождаться просто вот это вот сезонное падение рискованных активов, в том числе и битка, которое происходит в основном в конце сентября, начале октября по всем рынкам. И даже можно подумать о каких-то лонгах. Прям сейчас сходу залетать я не буду. Более того, то есть на основном портфеле 80% у меня в кэше, так как тайминг важнее времени, тайминг важнее уровня. Если действительно вот это сезонное снижение произойдет, я еще там, может быть, процентов на 10, на 20 войду в рынок, но действительно хорошая цена, единственное, на мой взгляд, для меня сейчас, это вот этот гэп. Такс. Да-да, не удивляйтесь. Этот гэп я дождусь. Ну ладно. Просто если есть опасность, как бы, прохода в эту зону, прохода в ноги, не надо ее игнорировать. Ну, то, что мы сюда придем, я думаю, что процентов 25-30, то есть это не так уж и много. Хотя, с другой стороны, 1 к 3 это не так и мало. Ну,
Суть в том, что пока мы сюда не дойдем, я не буду никогда загружать депозит на 100%. Вот. Моя мысль. Так, ну все, балдежный подкаст подходит к концу. Лайки, подписочки не забываем ставить. И в телегу залетаем. Опрос проходим, сколько в среднем депозит обычного подписчика Гэмблер БТК. Пока-пока.